Всем доброе утро. С самого утра, как только я встала, я увидела новость, что CoinList запустил еще один проект под названием Vega. И уже сейчас вы можете зарегистрироваться на этот проект. Просто переходите на coinlist.co. Кстати, ребят, переходите на coinlist.co. То есть это значит, что это официальный сайт, потому что есть com, есть еще какие-то там аббревиатуры. Это скам-сайт, где вы можете потерять свои деньги, если зарегистрируетесь или подключите свой кошелечек. Потом переходим на официальный сайт. Я ссылочку оставлю. Мне вот уже пришло уведомление, первым делом зарегистрировался на этот проект, уже пришло уведомление с почты, что успешно завершена регистрация, и все, стоит ожидать теперь сейла. Итак, ссылочки на CoinList я оставлю, чтобы вы переходили по нужной ссылке. Что это за проект? Давайте разберемся, стоит ли в него входить, сколько будет стоить токен и во всех остальных интересных вещах. Погнали! Всю подробную информацию вы можете почитать изначально на CoinList об этом проекте, потому что вот здесь написано, что контент на этой странице представляется командой Vega. То есть они сами размещают вытяжку самой важной информации на CoinList, чтобы люди перед тем, как инвестировать, заносить туда деньги, могли ознакомиться там с идеей проекта и вообще, что он собой представляет. Но дополнительно мы еще можем перейти вот здесь вот в конце на их социальные сети, что мы сделаем после этого разбора. Первое, что мы видим, что это блокчейн, который построен на основе Tendermint. Давайте с вами перейдем на tendermint.com и узнаем, что это сеть, которая работает с помощью Cosmos. Cosmos – это у нас самый популярный в мире фреймворк для блокчейн-приложений. Поэтому проект Vega построен на Tendermint. Это уже хорошо, поскольку есть взаимодействие разных-разных сетей. Давайте перейдем к самому важному. Что такое сам проект Vega? Перед тем, как заносить деньги, всегда нужно интересоваться, какую идею вообще несет проект. Vega – это протокол для создания и торговли маржинальными финансовыми продуктами в полностью децентрализированной сети. И одно из важных примечаний, что любой желающий сможет создавать децентрализированные рынки, используя этот протокол. То есть, по сути, они сделали протокол, который в дальнейшем будут развивать и использовать. Vega подключается к основным блокчейнам, для обеспечения которое может быть в любом цифровом активе, включая биткоин, токены ERC-20 и любые стабильные монеты. Это сделано для того, чтобы участники могли выбирать из целого ряда вариантов обеспечения. Миссия Vega заключается в создании таких инструментов, которые гарантируют свободу торговли и делают эту свободу доступной для каждого жителя на планете Земля. Вот такая, представьте себе, огромнейшая миссия, которую заявил этот протокол. То есть ребята хотят устранить фундаментальные проблемы в нынешней централизованной финансовой системе и сделать это все открытым и децентрализованным. На своем сайте они так, кстати, и пишут, что этот протокол должен быть открытым и в конечном итоге станет бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом, который будет управляться сообществом, чтобы он мог развиваться и эволюционировать в соответствии с потребностями своих пользователей. То есть в дальнейшем этот проект будет развивать комьюнити, которые верят в этот протокол. В двух словах, Vega разрабатывает такой протокол, который позволит людям торговать деривативами безопасно, без необходимости хранения и с маржой. А сейчас давайте перейдем к самому главному. И то, что больше всех интересует, это сколько будет стоить токен. У нас есть три опции на CoinList. Как всегда, есть три опции. Первая опция у нас будет состояться 2 июня 2021 года в 00:00 по UTC, это всемирное время. И на этой опции у нас будет 12 месяцев блокировки. То есть на целый год у нас заблокируют наши токены. Инвестировать мы можем от 100 до 1000 долларов, то есть минимально вложить можем 100 долларов. Процент от общего предложения – это 2,5%, и здесь одинаковое количество токенов и одинаковое количество процентов будет на всех трех опциях. Количество токенов, которые будут розданы на одной опции, это 1 625 000. И в первой опции стоимость токена у нас будет 5 долларов, на минуточку 5 долларов, это очень высокая цена. Но дальше еще интереснее. Во второй опции у нас будет стоимость 10 долларов. И в третьей опции 15 долларов США. Но разблокировки здесь не будет. В самом лучшем варианте, это третий вариант, в который мы можем попасть, будет свободная торговля только после 90-дневной блокировки. То есть 3 месяца минимальная блокировка токенов Vega. Но здесь еще очень интересно завуалированно написано. То есть... В самом
лучшем варианте, в третьем, у нас будет 3 месяца блокировки, после чего мы сможем все токены либо же продать, либо же там управлять ими, как мы захотим. Во втором варианте у нас будет 6 месяцев блокировки, но после этого нам будут распределять наш токен еще 6 месяцев. То есть 100% наших токенов мы получим всего лишь через год. И это во второй опции. А в первой опции мы получим наши токены через 2 года. Хотя написано, что 12 месяцев блокировки. То есть 12 месяцев у нас будет заблокировано, мы не будем иметь доступ ни к одному токену. После чего у нас будет распределение наших токенов на наши кошельки, но с 12-месячным периодом освобождения. То есть, значит, нам будут начислять, как еще не ясно. Тут ничего не расписали, как будут раздавать нам наши токены после блокировки на протяжении года. Но потом в следующий год, то есть там либо же линейно будут распределяться, например, каждый месяц по какому-то количеству токенов, либо же раз в квартал, то есть как они уже захотят. Но вам нужно понимать, что в первую опцию вы заморозите свои деньги на целых 2 года. На целых 2 года. Поэтому думайте перед тем, как влетать сюда. Еще смущает очень большой порог входа на третий вариант. Это 10 тысяч долларов. Мы можем вложить максимально, если попадем в третью опцию, 10 тысяч долларов. Эта сумма немаленькая. Стоимость токена, наверное, самая высокая, которую мы видели на CoinList'е, 15 долларов за токен. Поэтому этот коин достаточно рискованное мероприятие, ребят, думайте и как бы взвешивайте все за и против, поскольку это не маленькая сумма, что за токен, что инвестирование, по сути. Но давайте перейдем дальше к токеномике. Здесь они также написали по-честному, по чесноку, как говорится, приметочку, что у небольшого числа, меньше 100 людей, есть доступ к частному опциону по цене 2 доллара. То есть мы получаем минимальную цену 5 долларов, а есть люди, которые заходили в этот проект по 2 доллара. И кроме того, еще 3000 людей получат доступ к варианту 1, то есть это наша первая опция, из белого списка с повышенным лимитом до 2000 долларов. То есть стоимость для них будет, для 3000 людей, 5 долларов, но они смогут положить сюда не 1000 долларов максимально, а 2000 долларов. То есть вот такая привилегия есть у других ребят. Но, как они написали, ни один из этих вариантов не влияет на количество токенов, доступных другим участникам через основную продажу. Ну, надеюсь, так и есть. Те, кто не могут поучаствовать, как всегда, США, Канада и Китай, здесь это не меняется, все остальные могут. И вот наши 3 опции, на которые мы можем зарегистрироваться. Вега имеет фиксированный запас в размере 64 миллиона токенов, на 60, почти 65 миллионов токенов. Это достаточно небольшой total supply, то есть небольшое общее количество токенов, поэтому теоретически могут быть иксы. Но нужно еще также посмотреть в смарт-контракте, могут ли они минтить эти токены. Потому что если они могут их минтить, то в дальнейшем они могут их намасштабировать сколько им угодно. И с этих 60, почти 65 миллионов, 7,5% будут доступны на покупки на CoinList'е. Здесь можем увидеть такую незамысловатую диаграмму, что для комьюнити 26,3% приготовлено токена, для токен-сейла, это то, что проходит на CoinList'е, то есть паблика, 7,5%, для команды 29,7%, и для ранних инвесторов больше всего процентов 36,5%. Токен Vega будет работать на стандартной сети ERC-20, то есть на эфире, и он будет использоваться для защиты и управления сетью Vega. После запуска Mainnet токены Vega будут иметь следующую полезность. А Mainnet у нас будет запущен. Давайте перейдем к дорожной карте. Вот здесь в августе Alpha Mainnet. То есть, по сути, те токены, которые мы сможем купить в третьей опции, в варианте третьей, они как раз будут к августу у вас разблокированы. И вы сможете их использовать уже, давайте почитаем, как. Это сделано для того, чтобы участвовать в экосистеме, это в этом протоколе, и развивать их сеть. То есть не обязательно эти токены продавать, вы можете их холдить и там получать какие-то ревордсы. То есть вам нужно уже более подробно в проекте там разбираться, чтобы понимать, какую идею несет проект, и стоит ли холдить их токены после разблокировки 3-месячной. Это если вы попадете в третью опцию. С помощью этого токена мы будем иметь возможность утверждать новые рынки, управлять сетью и также быть валидатором. А вот и написано, каким образом будут распределяться награды.
Комиссии будут распределяться между валидаторами, между держателями токенов и поставщиками ликвидности в качестве вознаграждения за безопасность и эксплуатацию сети. То есть в дальнейшем вы сможете холдить либо же стейкать эти токены и получать награды. Интересная также дорожная карта по истории финансирования. Это ранние бейкеры. Ранние бейкеры – это ранние инвесторы. Они инвестировали в августе 2018 года первые средства, которые были собраны с венчурных фондов, и благодаря этому проект смог развиваться и создать свою идею. То есть, по сути, изначально в 2018 году еще начал зарождаться этот проект. Это достаточно давно, 3 года назад. В декабре 2019 года они собрали 5,5 миллионов. С них стоимость одного токена Vega была 36 центов. Это на минуточку почти 14 раз дешевле, чем самая дешевая опция. То есть 5 долларов мы поделим на 0.36 и получим почти 15 иксов уже. Дальше. Стратегический раунд. Было собрано 5,5 миллионов. Та же цифра, но уже по другой цене. По 0.77 доллара. И давайте с вами 5, самую дешевую нашу цену 5 долларов, поделим на 0.77, и получается, что это 6,5 иксов от суммы, за которую хотят нам продать. И здесь у нас вложились такие проекты, как Arrangement Capital и Coinbase Ventures. До этого у нас были даже Ripple, сюда вкладывал деньги, и Pantera Capital. И вот здесь мы можем видеть наших инвесторов ранних. И что я могу сказать по поводу инвесторов? Arrington Capital – это сильная компания, Pantera – это сильная компания, Coinbase Ventures – это сильная компания. То есть это все самые четкие три венчурных фонда, которые вложили в этот проект, гарантируют, что он будет успешным и иксовым. На самом деле мы этого не знаем точно, но фонды здесь действительно сильные. Под управлением у них… Ой, давайте я заморочусь ради этого видео и посмотрю, сколько под управлением у этих трех проектов денег. И давайте разберем с ранних бэкеров, например, Пантеру. Пантера – это венчурный фонд, который был создан в 2013 году. И Access Under Management, то есть деньги под управлением, у них 810, с последних данных 810 миллионов долларов. То есть, соответственно, большой венчурный фонд. Arrington не уступает, и Coinbase, я думаю, вам нечего даже объяснять это. Да? Поэтому венчурные фонды вложили сюда хорошие деньги, но… Здесь вопрос остается открытым в том, что они-то вкладывали по 36 центов и по 77 центов, а нам собираются продать по 5 долларов. Это таки немаленькая сумма. Здесь мы можем увидеть отзывы собственников венчурных фондов, что они хорошо отзываются об этом проекте, экосистема, в которой будет работать Vega, команда, с кого состоит. Барни – это основатель этого проекта, и когда мы перейдем с вами на сайт, а мы с вами таки сейчас перейдем, давайте, мы можем увидеть вот здесь вот описание проекта, что такое Vega, и можем посмотреть даже видео собственников, то есть это публично открытый человек на YouTube, где он объясняет 33 минуты его выступления, где он объясняет, как будет работать Vega, что такое, давайте включим звук, что такое DeFi. Вот из DeFi, децентрализованные финансы. Децентрализированные финансы, для чего вообще создана Vega, как она будет работать децентрализированно и так далее. То есть здесь вы можете вообще прослушать весь спич собственника. На самом деле это очень круто, когда основатель еще просвещает всех, записывает это на видео, делает какие-то. То есть это не похоже на скам, да, когда люди просто публично не могут показывать, рассказывать идею своего проекта и миссию. Поэтому, ну, поэтому человеку можем видеть, что он действительно верит в свой проект, но нас смущает все-таки стоимость этого токена. Так, куда мы можем еще перейти? Мы можем перейти с вами на Twitter. Давайте это и сделаем. Twitter был основан в 2018 году, то есть все совпадает. Инвесторы первые принесли деньги в 2018 году, и создан был Twitter в 2018 году. 9 тысяч подписчиков, не так много, и 808 твитов. Ну вот твитов просто невероятное количество, и мы можем сразу понять, что этот Twitter был не куплен. Этот твиттер был создан действительно в 2018 году, потому что 808 твитов с купленного твиттера
тяжело сделать. Также не смотрят, фоловят 272 человека. Здесь мы можем увидеть актуальные новости. Вот созвончики есть. Открытый хакатон. Мероприятие по улучшению было. Ама-сессии, ютубчик. Вот снова можно увидеть Барни. Давайте перейдем, посмотрим, что он здесь вещает. Угу. Это Ама-сессия с кем-то была. То есть, по сути, основатели сети вы можете увидеть везде и услышать везде. Он публичный и пытается донести свою идею до широких масс. Твиттер мы разобрались, переходим в Телеграм. В Телеграме у нас вообще очень маленькое количество людей, 2320. То есть этот проект только начал коммуницировать со своим комьюнити, и после CoinList'а я думаю, что они себя немножко больше раскачают. Здесь мне понравилось также, что очень много технической документации. Я в ней не буду сейчас разбираться и копаться, но когда вы перейдете узнать больше, здесь можно увидеть консоль, стимулирую тестовую сеть. Вот консоль их проекта, то есть это для программистов. Я так понимаю, что они могут вообще изучить этот проект от А до Я. Все открыто, все доступно. Вот такой у нас еще есть моментик. Здесь также есть соцсети, Discord, форум, Twitter, White Paper. Давайте перейдем в White Paper, посмотрим. Так, White Paper у нас на 39 страниц. И здесь даже в конце есть глоссари, словарь терминов для тех, кто не знают, что, как обозначается. Диаграммы, схемы, как будут работать Вега, каким образом они будут децентрализировать финансы. Документы для разработчиков есть. Технический документ протокола. Вот здесь мы можем видеть documentation, и здесь вопросы на ответы, описание API, консоль. Просто невероятное количество разной документации, в которой можно порыться. Технический документ протокола, построенный на Вега, как использовать Вега и как получать награды. Earn tokens and participation coming soon. То есть зарабатывать токен мы в дальнейшем сможем у них на площадке. Это будет уже после продажи и будет стартовать с августа месяца. И вот здесь мы можем перейти на вопросы и ответы, которые будут возникать во время продажи. Можно даже перевести на русский. Какой график блокировки токенов, как будет проходить распродажа, как пополнить покупку, смогу ли я участвовать без прохождения QS и так далее. То есть это все, что касается распродажи на CoinList'е. И написано, что без кьюза вы не сможете. Это сделано для того, чтобы не отмывали люди деньги. Что еще? Нас интересует, какой график блокировки. И вот расписаны три варианта, которые были до этого. Блокировка 12 месяцев, с последующим периодом освобождения 12 месяцев. Все равно не расписали, как будет вестинг потом делаться этих токенов. Каждый месяц, либо же раз в квартал. Не расписано. Как пополнить покупку? Там, я думаю, ничего сложного не будет. Но если вы не знаете, как, например, с CoinList'ом работать, вот я ссылочку оставлю, классные вопросники, классные ответы на вопросы. И давайте к самому интересному. Если мы все-таки решили попасть в этот таки токен сейл, то сколько мест будет на каждой опции? Включаем калькулятор и начинаем считать. Вот по этому видео вы сами разберетесь, как это можно посчитать. Это на самом деле не так-то и сложно. Давайте я вас научу. Максимально, сколько можно занести в первой опции денег, это $1000. И стоимость одного токена $5. То есть на $1000, если мы захотим и попадем, мы можем поделить на 5, можем купить 200 токенов. Всего лишь, вдумайтесь, не 2000, не 8000 токенов, всего лишь 200 токенов мы сможем купить на $1000. И теперь нам нужно, для того, чтобы узнать, сколько будет мест, 1 625 000 токенов поделить на 200 токенов. И, соответственно, 8125 мест будут доступны в первой опции всего лишь. То есть, если вы 10-тысячный в очереди, то вы явно не попадете. Всего лишь 8125 мест. Ну, я думаю, что до 9000 дойдет. То есть не все будут пополнять на 1000, кто-то может на 500 залетит, кто-то на $100. То есть до 9-9,5 очередь дойдет, я думаю. Вот, если вы будете 9+, то можете подождать, к вам очередь должна еще дойти. Так, следующее, давайте посмотрим, 2,5
тысячи долларов. Следующая опция – максимальная инвестиция. 2,5 мы поделим на стоимость токена. Стоимость токена тут уже изменилась, будет 10 долларов. И получим 250 токенов на 2,5 долларов. Мы получим всего лишь 250 токенов во второй опции. Это еще интереснее. Во второй опции у нас будет всего лишь 6,5 тысяч мест, то есть где-то тоже до 8 мы дойдем, потому что не все будут на 2,5 тысячи долларов заходить, может даже до 10 зайдем, смотря какую популярность наберет этот проект. 6,5 тысяч мест, и последняя опция — 10 тысяч долларов поделить на 15, 666 токенов мы сможем купить на 10 тысяч долларов и 1 625 000. Поделим на 666 наших токенов и получим вместо очереди 2439. То есть в последней опции всего лишь будет 2439 мест. Очень маленькое количество. Ну вот здесь, ребята, у меня единственный вопрос назревает. Я сомневаюсь, что вот здесь вот можно будет инвестировать 10 тысяч долларов. Мне кажется, что ближе к сейлу вот эту вот циферку поправят. Урежут как минимум 2 раза до 5 тысяч. Потому что 10 тысяч долларов – это сильно большая инвестиция. Вот. Ну что, давайте подытожим. Проект достаточно рискованный. Вкладывать в него деньги или нет, решаете только вы. Какую опцию заходить, решаете тоже только вы. Но не забывайте, что в первой опции у вас будет 2 года лок ваших токенов. И всего лишь то вы сможете купить 200 токенов. 200. Да, может быть, он, конечно, вырастет и иксанет, но это достаточно рискованное мероприятие. Плюс, я советую участвовать в этом токен-сейле только тем, кто реально имеет средства свободные, в свободном управлении. Что это значит? Это не последние деньги, и это не те деньги, которые вы хотите сейчас получить прибыль, потому что в ближайшее время у вас там 3 месяца, год, либо же 2 года. Поэтому это, вы можете инвестировать сюда те деньги, которые не жалко. То есть вы заносите туда, о чем вы можете полностью забыть. Вот мой совет на этот проект. Если эта сумма для вас значительная, если 1000 долларов для вас это значительная сумма, то как бы лучше не заносить так много, там заносите 100-500 долларов максимум и все. Потому что эти деньги мы можем теоретически потерять. Никто не знает, что будет через 2 года и какой цикл рынка будет. И да вообще, сколько будет стоить биткоин. Понятно, что мир криптовалют, он развивается, но мы можем попасть не в самую лучшую фазу. Либо же проект может не сильно развиваться на протяжении этих 2 лет. Вот, могут выйти, например, ранние инвесторы, ну и все. Поэтому тут такая история достаточно рискованная. Входить или нет, как всегда, принимайте решение вы, и я вам сделала классный обзорчик. Все, пока, я побежала, уже очень долго сижу за этим роликом.